В Нижегородской области в эти выходные прошел Кубок России. Кстовская академия самбо, известная далеко за пределами нашей страны, приняла спортсменов в категории мужчины и женщины по самбо и боевому самбо. Это первый выход спортсменов после пандемии. Диана Рябова стала одной из победительниц прошедшего турнира. Теперь она представит Россию на Кубке мира в категории 59 килограммов. По новым правилам, на международном турнире теперь выступает только по одному представителю одного пола в весе. Эти полгода постоянно на иголках. Без тренировок практически самостоятельно тренировались. Для спортсмена это важно, постоянно соревноваться, смотреть, какая у тебя форма. Поэтому были свои трудности. Спортсмены заскучали по схваткам, поэтому победу одержали те, кто ответственно готовился к Кубку России и не пропускал самостоятельные тренировки. Достаточно сложная была конкуренция, потому что, как всем известно, из-за вирусной инфекции мы были вынуждены отменить свои тренировки и готовиться в домашних условиях. Противоэпидемиологические меры сохраняются в Нижегородском регионе, поэтому зрителей на трибунах все же не хватает. Однако их отсутствие восполняется количеством участников. Их собралось около 500 из 60 регионов нашей страны. Спасибо большое, что нам разрешили соревноваться. Турнир прошел на высочайшем уровне. Вот, я думаю, что все довольны. И мы сформировали сборную команду страны. Спортсмены уже в предвкушении следующих турниров, а счастливчики, проявившие себя на Кубке России, отправятся на мировой кубок в Москву уже в марте 2021 года, где покажут свои навыки на международном уровне и принесут нашей стране новые победы. Артемий Катков и София Иванова. Время новостей.